все последние годы я справляюсь со своей спиной с помощью биосенсорных практик. Спине нужны нагрузки, мышцам спины нужны нагрузки, позвоночнику нужны движения и нагрузки, и без этого никак. Когда мы говорим о позвонках, тут надо понимать, что это достаточно глубокие изменения в организме. И как бы вы ни двигались чисто механически, вы не можете этими движениями достучаться до тех проблем, которые у вас там в глубине есть. Обычная физкультура с точки зрения чистой механики, она недостаточна. Если вы начали двигаться физическим телом, то кроме физического движения у вас должно двигаться что-то еще. То, что мы можем назвать психикой, то, что мы можем назвать душой, то, что мы можем назвать внетелесными составляющими, тонкоматериальными составляющими. И тогда получается, что когда вы двигаетесь не только физическим телом, но еще вот этим глубинным, внутренним, душевным, психическим. И вот это душевное и психическое, оно как раз и проникает глубоко, на глубинных уровнях начинает изменять ткани.